Друзья, вот в преддверии женского дня 8 марта, а также сегодня 3 марта, это праздник бабушек. Я хочу вам прочитать изречение протоиерея Артемия Владимирова. Вот послушайте, мне оно так понравилось, и я решила поделиться с вами. Чем же воздадим этому бесконечно родному и близкому существу, которое мог нам даровать только Бог и которое мы именуем «мама»? Как бы мне хотелось, чтобы ответ на этот вопрос был написан золотыми буквами в ваших сердцах. Как бы я желал, чтобы эти буквы всегда ярко светились в вашем сознании, независимо от того, сколько вы будете идти по дороге земной жизни. Воздать маме мы не сможем достаточно ничем, только благодарностью, никогда не оскудевающей, но возрастающей благодарностью, явленной и в словах, и делах, и в молитвах. Именно об этом и говорит Господь в своей библейской заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь ты на земле». Друзья мои, какие сильные слова, да? Конечно, я бы сказала, что это... Вот он сказал существо, да, я бы сказала, это божественное существо, мама, бабушки, бабушки, это же мамы, это мамы. Сколько в них тепла, сколько в них добра, сколько в них, сколько в их сердцах, в их душах нежности, трепетности, сострадания, боли. Каждая мама, каждая бабушка проносит в своем сердце вот столько любви. Я даже вот не знаю, я сама бабушка, сама мама. И как бы, вот вы понимаете, ведь всех надо окружить любовью, будь то сноха, будь то зять, будь то внук, будь то внучка, дочка, сынок. Каждому нужно, каждому ребенку, ну, нужно, чтобы в твоем сердце было местечко, понимаете? Друзья мои, ну, я вам желаю оставаться божественными мамами, божественными бабушками, коими наделил нас Господь Бог. Бабушки, с праздником!